Итак, всем привет. Проект по кругу продолжается. Это у нас тесты ножа Амба Ясный Сокол со сталью D2. Ссылочки на участников проекта вы видите на своем экране. Также там будут ссылки на производителя этого ножа, на эту компанию. Продолжаем тесты ножа Амба. Ну и как я уже говорил, что как бы мало постругать палочку, порезать помидорку, разделать курицу. Мало таких тестов для того, чтобы понять нож. Надо им что-то сделать. Давайте попробуем что-нибудь сделать. У меня вот есть кусочек деревяшки. Погода сейчас нам не позволяет. На улице темно, ничего не видно. Полярная ночь. Давайте попробуем что-нибудь сделать в домашних условиях таких. Точно знаю, обниму тебя, подниму на руки, погляжу в глаза, на устах растаю, навсегда забуду о сердечной муке.
Так, ну Шамба от компании Ясный Сокол. Продолжаем тесты. Хлеб мягкий, горячий даже еще. Проверим, как будет резать. На черном хлебе его не хватает, клиночка чуть-чуть. Посмотрим, как будет белый резать. Чисто продавливаем. Тут чуть-чуть зацепил. Опять зацепил чуть-чуть этим местом. Ну, смотрите, как почти не мнет. Ровненькие кусочки. Тоненькие. Хлеб он даже держу, проминается от нажатия. Он вообще отлично движет. Ну, Шамба. Не использовал специальные инструменты для вырезания. Немножко корявенько получился, но резалось все ножом, делалось. То есть вот этим одним инструментом. Нож от компании Ясный Сокол, нож Амба. Теперь по самому ножу. Ну, нож показался как универсальный, как я говорил, что не понравилось мне в нем только одно, вот эта трубочка,
сталька отлично закалена. Что еще не понравилось? Все-таки обух у него не обработан был. То есть обух был острый. И он когда делал, чуть-чуть парировался. То есть когда клыки стругал, чуть зацепил и порезался чуть-чуть. Не глубокий, конечно, но все равно неприятно. Ну тут же, в принципе, тут же исправил это наждачкой. Теперь обух не острый, совсем не острый. Нож поедет следующему участнику проекта по кругу в Республику Беларусь. Нож мне понравился, я бы себе такой, наверное, хотел бы иметь в своей коллекции. Очень хороший нож. Ну, на этом буду прощаться. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем пока.